Меня многие спрашивают, как избавиться от муравьев в огороде? Да очень просто. Пойдите, договоритесь с ним, что здесь делать нечего. И пусть уходит с нашего огорода. И все. Потому что другие способы просто-напросто вам не подойдут. Муравьи помрут, если вы будете кормить какой-то отравой, и рядом с ними пробегут еще какие-то букашки, подберут отраву и тоже сдохнут. Никому это не нравится. Но я могу одним способом поделиться, который поможет точно без отравления других букашек. Берем вискозную салфетку, берем масло аниса, купить можно в любой аптеке, наносим на салфетку и привязываем к деревьям и кустам. Таким способом вы избавитесь от муравьев в огороде, и у вас никакой тли на ваших растениях не будет.